Элита Артсплюй Продакшн представляет. Секреты не собираются отступать, тем более у Тепларочки есть Аегис. Еще 5 косарей сверху. Да, все просто шоколадно. И Секрет. Тычка и успевает нажать Фейт на себя. Поздравляем его. Тут же спор. Артура сейвит. Летит сюда ракета. Добивает шурикен в итоге. Это весело было, да. Долетает непонятно куда. Ну, очень много треков, поэтому шурикены летают по башне. Прыгает. Ой, кстати, неплохо. Цепанул ультимейтом. Но спор вообще плевать, он, в принципе, ничего не ощущает. И вот Артур пришел в драку. Зевс хорошо ультанул. Немало дэмэджа залетело. Получается забрать. Эсфора может забрать. Артур сейчас появится. Артур. Раз, два, три. Боже мой, они еще так боятся. Просто их. О мой бог! Какое они просто уродище. Реально, знаешь, они как будто на эскалаторе так вверх поднимаются. За колбасой в очередь ставить. Вот он колбаска. Давай, давай их. Вот это дэмэдж. 9 человек в таверне. Артур наносит 3600 дэмэджа. Ну и сносит вторую сторону. Но мы по-прежнему не видим надписи той самой, потому что все-таки мы не на том турнире, на котором люди сдаются до сноса трона. Да, будут играть до конца. IG будут надеяться они до конца. То, что все будет окей. У Артура 763 ГПМа. Не может найти врагов Артур. Не может найти тиммейтов Артур. Никого нет на карте. Что, один что Артур тусуется. Все вылетели, походу. Да, все вылетели. Я помню, когда-то у нас на Старладере была игра, где Альянс играли.